Всем привет. История про сон. Сегодня 36 января, 2020 год, само собойственно. И снится мне сегодня сон. Как будто я хламидию подцепил. Обращаюсь к царю, говорю: царь, как так вот произошло-то? Старый я стал для таких болезней, неперспективных. Но ведь не ссы, такого быть не может. У тебя хламидия другого рода. От слова хлам. Сними, говорит, все лишнее со своих мотоциклов. И обретешь выздоровление. Потому что в год крысы нужно себя освободить от всего лишнего, от всего хлама. От хлама душевного, телесного, ну и от хлама, навешанного на мотоциклы, присущие в этом дворе. Багажники, кофры, всякие там аксессуары, обтекатели и тому подобное. Ну и сейчас мы приступим к лечению. Ну и так, снимаем лишнее, снимаем этот самый обтекатель Дакар, который вычищает меня от встречного потока воздуха, когда я мчу по полю на этом своем великолепном плохарике со скоростью 200-250 км в час. Ну вот, фара выпала, снимаем обтекатель. Долой его. Соседу через забор. Следующее, что мы будем снимать, это вот этот яловский щиток приборов. Но он совсем тут ни к чему, потому что он у нас не работает. От вибрации рассыпался спидометр, его потроха все развинтились. Мы сейчас будем катапультировать отсюда. Трусы и рубашка лежат на песке. Никто не плывет по опасной реке. Вот такие аксессуары хламидиозные я снял, немножко подлечился, закрепил здесь такими винтами потайными мебельными. Останется нам для следующего кино найти кронштейн для крепления замка вот сюда на штатное место, какую-нибудь панель, возможно, от переходного пятого родную, для того чтобы там разместить спидометр, который я планирую запитать от привода спидометра, от колеса. Вот думаю, что здесь редуктор такой же, как обычный, обычных ижей, хотя это ПС-овская ступица. И тросиком привод спидометра сделать и уже ездить с показаниями скорости. Находились лампочки контроля зарядки и контроля включения нейтральной передачи, коробки передач. Вот это я выразился, да? Не стал снимать прикуриватель, потому что он иногда бывает необходим. Запитаться, зарядить камеру. Ну и также для связи с царем обязательно необходима дудка царская. Поэтому это неотъемлемый атрибут. Да, я сказал неотъемлемый. А вы что подумали? Вот такие вот. Вот так преобразился мотоцикл. Но он немножко сейчас даже выглядит, да, как бы немножко хвором. Потому что здесь не хватает. Не хватает. Чего-то не хватает. Немножко, чуть-чуть совсем не хватает.
будем сюда мастить спидометр, крепление. В общем, повторяюсь, как везде. Всем спасибо, всем пока. Пойду за забор перекидывать хламидиоз этот.